Всем привет, с вами Антон и Андрей. Не узнали? Да, потому что это Брейнферст и Ника Беллик. Я точно не узнал, что это за люди вообще. Ой, ты меня перебил опять. Да ну, ничего страшного. Продолжай. Говори. Нет, ты продолжай, ты такую речь занял. Да, это действительно мы, Антон и Андрей, но только вы, наверное, не поймете, кто из нас кто. Но это не так важно, я думаю. Ну, если вы посещаете контакт, думаю, поймете. Да, если вы как бы добавлены в наши группы, я думаю, вы просто без проблем разберете, кто из нас кто. Так, ну что, у нас часть 5.1. Это что, лаборатории, да? Это начало лаборатории, страшная, ужасная лаборатории Umbrella. Сейчас я возьму патрончиков. По совместительству Трайсел, но это мы походу выясним. Так, я купил, или я уже давно купил. В принципе, думаю, как раз самое то его использовать. Бронежилет. Кевларовый? Кевларовый. С кевларовыми пластинами. Просто жуткий бронежилет. Не просто... страшно, ребят. Он просто мне вот сегодня снился ночью. Тебе? Да, и говорит, я такой кевларовый весь. Я думаю, что за фигня? Обычно он снится в ночь на понедельник. Странно. Да. Полнолуние. О, да ты что-то жестко закупился. Что-то жесткое да, будет. Да сейчас вообще всех рвать будем. Так, ну вот, начинается. Сейчас давай помог. Тут, по-моему, есть сокровища. И тут еще есть PSA. Сначала разберемся с Джилл. Эмблемка сразу же. Просто она Просто можно говорить сейчас не эмблемка, а просто тупо сказать. Тут у нас Да, тут у нас вода, а где же в кустах наши. В кустах мужик. Подожди, нет. Берет газету «Комсомольская правда». А, вот. Где? Неужели он тут есть? Вот. Вот этот мужик. Вот. Он тебе дал эмблемку без ты. Нет, это не эмблемка была, а вот сейчас будет эмблемка. Блин, да что такое-то? Где тут лестница? Че тут. Ну запутался в трех соснах. Не понял, а почему здесь лестница, я не могу пройти. Потому что там растет маг, там. Там. Только те, кто примет, понял? По-моему, как бы Крис курнул и сейчас не может пройти сквозь невидимую стену. Так, ну вот здесь, в общем, эмблемка. PSA. Непонятно, кто... Кстати, непонятно действительно, кто их расставляет. Я. А там эмблемка Трайсел. Смотрите. Правда, от них нифига не будет. Это просто как бы Трайсел злая, зловещая корпорация. Да. Трайсел, кстати, ты ведь знаешь, кто директор Трайсел? Конечно. Кто? Это Владимир Владимирович Путин. Ты почти прав. Он тоже носит очки. Так, ну тут, в общем, дневник, как бы... А Путин не носит. Путин как бы не носит, но у них лица одинаковые. И Путин тоже уворачивается от пуль, так что будьте осторожны. Не подходите к Путину. И целует детей в живот, так что тоже... И Вескер тоже целует детей. Как бы это те, кто может... Уропора, знаешь, не заразил, он их в живот просто целует и отпускает. В море отпускает. Золотое море. Рассмешил меня. В общем, тут... Я решил контроль загамать. Не, я зашел в контакт, как бы, добавил пару друзей. Ну, это Крис зашел, как бы. Так, сейчас я подожди, удалю тут пару троллей, они меня достали. Так, все, дела. Ты там это, в ферме-то, свинюшку-то покормил? Я ее порезал. Порезал? Вау, что это? Опа-на, вот это реально напрягает. Я уже, знаешь... Это привет из второй части только что был. Это привет из... Да, ты прав. Слушай, стой, не ходи. Я тебе сейчас кое-что дам. Дай траву. Давай. Дай траву? Ну. Держи. Я ее сейчас смешаю. Ага. Так, теперь. И мы ее раскурим. Давай, не сутулься. Сейчас. Ты ее хочешь с патронами смешать? Баланс.
Вау. Спина Криса. Вау. Просто. Не знаю как, но из них, видимо, делают биооружие. Спасибо, Кэп. Просто жесткий Кэп только что был. Не знаю как, но из них делают биооружие. Смотри, какой комп мощный. По-любому Core 2 Duo. Это где? Это Core i7, наверное, уже. Нифига себе. Это Pentium 4 в свое время такой был. Вообще жесткий. Еще смотри, какой монитор. Может, лучше тут загамаем как бы? Да, давай. Давай сейчас другую. Вот, смотри, второй комп вон там стоит. Давай сейчас. Тут по-любому без тормозов. Ну, а тут как раз копию в Resident играть. Понял? Так, надо запомнить это местоположение в Африке и приехать сюда. Кстати, знал, что тут можно забить и разбить стекло и посмотреть. Прежде цветы мне казались приятными, или что она там говорит. Ну это глупая Шева. Она не понимает, что цветы могут убивать. О, смотри, какая детализированная кровяка. Вообще, Макс Пейн отдыхает. Второй. А уж как фильм-то отдыхает. Фильм-то вообще отсосал. По-моему. Грубо говоря. Взахлёб, да. А тебе... Брэйн же не нравится вторая часть Макс Пейна, почему? А, так это потому что полнейший бред. Возьмешь патроны-то? Вторая часть Макс Пейна? Да, полнейший просто бред. Почему? Ты играл? Я прошел и первую, и вторую, и мне обе понравились. Мне не понравилась вторая часть. Во-первых, там просто все герои не похожи на себя из первой части. Это как бы мне первое, что не понравилось. Как бы, я уже согласен, что Крис там поменял внешность, но он как бы стал красивее, мне кажется. В лучшую сторону поменял внешность. А вот когда Макс Пейн, да еще и этот, еще поменял там... Я, в общем, не помню персонажей, но помню, что просто они все друг на друга были не похожи. Совершенно причем не похожи. Во-вторых, сюжет явно хромает. В-третьих, добавили бабу. Запомните, ребят, если в игру добавляют бабу, это автоматически делает ее плохой. Возьмешь траву? Просто вот пример. Любой пример возьми. Фильм Silent Hill. Главный персонаж должен был быть мужчиной. Сделали женщину, что получилось говно. Resident Evil. Главный персонаж. Ну там, в принципе, спорно. Но там тоже должно быть, я думаю, Крис должен был быть вообще в первой части, оригинально. И вообще тема должна быть про особняк. Как ты думаешь? Нет, но я думаю, что Resident Evil нисколько не портят как бы женские персонажи. Я ничего не имею против женских персонажей, я просто говорю, что добавили соплей. Просто соплей добавили. Нет, Resident Evil, мне кажется, в этом у него и был залог успеха, то что там сразу же изначально можно было поиграть, пройти за женского и за мужского персонажа. Да. Вот это большой плюс. Во второй части. Причем заметь, что не было никаких соплей. То есть чисто рабочая обстановка. Никаких там, не знаю, чмоканий там всяких и прочего дерьма, которого было, кстати, навалом во второй части все того же Макс Пейна. Если ты помнишь, конечно. Обнимашки, целовашки там у них начались. Там, по-моему, всего один раз заиграл. Просто вот характер мстящего человека был просто-напрочь разбит. Ой, тьфу ты, блин, не характер, а как это назвать? Стереотип, что ли, или как-то? В общем, то, что было в первой части с Макс Пейном вообще. То есть он тупо превратился под каблучника, и потом сам же на этом прогорел. В общем, а в третьей части я вообще не знаю, что с ним будет. Из него уже делают лысого гопника. Вот еще компы. Из него уже делают лысого гопника, так что я вообще боюсь. Ну ладно, что-то мы о другом совсем поговорили. У нас тут автомат АК-47. И как бы он нам не нужен. Слушай, да, он как бы нам не нужен. Если разве что, так мне по стиму пишут, разве что я тебе отдам сейчас гранатомет. Эй! Ты не отдашь мне гранатомет никогда уже. Да, всё, я теперь понял. У меня проскочила мысль, как мне в стиме написали сообщение. Тут, кстати, коробки физические. Вау, а еще говорят, движок не очень. По-моему, очень физический даже очень. Движок вполне себе сносный. Не Half-Life 2, но потянет. Ну, нормально для такой игры. Так, контрольная точка. Так, тут лизуны будут. Да, с целой ордой мы бы не...
Что я хотел сказать про них? Впервые лизуны появились во второй части. Они выбрались, короче, знаете откуда? Они выбрались из центральной лаборатории, которая находилась под городом, а не под особняком. Ну, для тех, кто не знает, так. А, соедини, пожалуйста, две травы и... возьми патроны, понял? Да. И открыл их, кстати, Леон Кеннеди. Нет, первые. Ну их спорно, кто открыл. Это может быть и Клэр, и Леон. И может быть, кстати, любой тот полицейский, который быстро сдох. На начальных этапах красно. Игры. Кстати, посмотри, как просто вот свет падает на персонажа. Это охеренно красиво. Это просто... Ну да, я согласен, но ты не играл в Crysis. Я не играл в Crysis. Там очень тоже красиво. Не люблю, вот если честно, как бы так сказать, шутеры от первого лица. Мне нужно стрелять ботов. По-моему, это полный бред. Ну, конечно, Left 4 Dead. Left 4 Dead не нравится. Left 4 Dead. Вот смотри, надо идти как можно тише. О. Это без разницы. И все равно мы потом разбиваем двери, как бы они все агрятся. Какой смысл вообще в этом моменте? Ну, немного атмосфера нагоняет. Мне кажется, тут просто решили сделать какой-то стелс, а потом как бы опаньки забейте на стелс, мы же не MGS4 делаем. MGS5. Да, они тут. Разработчики сами себе изменили. Ну, правда, MGS, по-моему, Konami делали. MGS? Конечно. Konami сделали свой любимый хоррор. Ну ты знаешь, как. А потом просто насрали на него. Та же, как и Capcom с Резидентом. Ну, они не совсем, они хотя бы красиво на него насрали. Это как? Взрывает. Они меня просто сейчас убьют. А почему я не мог двигаться? А я тоже понять не могу, что за фигня. У нас, короче, фейл в каждом уровне. Вот это бесит вообще. И умираем непонятно из-за чего, вот реально. Вот в большинстве случаев непонятно из-за чего. Я просто не сосредоточился. Надо было кидать гранату и тебя спасать. А сначала лучше тебя спасать. Мы забыли вызвать лифт, во-первых. Это первый фейл сразу же. Ладно. Тут главная контрольная точка недалеко, поэтому двигаемся медленно и как бы жмем булки посильнее. Я готов гранату кинуть. А ты почему без бронежилета бегаешь? Он как бы тут не нужен. Почему? Особо-то. КП-то безберегает. Видно, у них плохо созрели. Нифига, Крис так идет странно. Смотри, Шева тоже может странно ходить. Лунная походка Шева? Смотри. Блин, дверь сама закрывается. Это единственный минус в резидентах, что они сами закрываются, двери. Так они везде сами закрываются. И в мафии первой сами закрывались. И в Макс Пейне. Ой, подожди, как это так? Ты нашумел? Да пофиг, открываем и отходим. Блин. Приготовь гранаты и забрасывай их, короче, просто. Открывай двери. Открывай лифт. Откройте лифт, ребята. Бэм. Бах. Ну, тут лизуны, конечно, куда мощнее, куда страшнее, чем во второй части. Тут они какие-то сверхмощные. Да. Так, может, отходим? Нафиг он? Да, бежим. Лечиться надо, короче.